Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня у нас очередной выпуск журнала Танк Тигр, 88 по счету. Ну, приступим. Так, нам надо собрать новую часть танка Тигра, и мы приступаем. Берем сразу вот эту деталюшку. И берем вот эту деталюшку большую, которую нам надо будет установить сюда вот сверху. На него, что она не устанавливается. Почему-то, опа, все встало. Даже клеить не надо, как говорится. Ну вот, вот так вот она у нас выглядела. И скоро будет выглядеть по-другому. Так, мы это сейчас все приклеим, чтобы она у нас встала сюда сразу. Давай, вставай на свое место. И у нас получилась вот такая вот конструкция. Отлично. Дальше мы берем вот эту деталюшку. И мы ее клеим, клеим, клеим. И устанавливаем. Ребята, если слышите какой-то посторонний шум, типа плач ребенка, тому подобное, это у соседей, так что не обращайте на это внимания, но надеюсь, вы это не услышите. Так, дальше. Дальше берутся вот эти вот две вещи и соединяются между собой. Сейчас мы их соединим. Так. И все у нас будет, как говорится, как в сказке. Давай, вставляйся. Все, встало на свое место. Дальше нам надо это поставить вот сюда вот. Оно у нас будет под таким вот углом стоять. Это специально здесь есть ведь под углом направляющий, так что это никакой там, скажем так, не конструкция, а именно так было запланировано. Да, так было запланировано разработчиками. Именно теми, кто строил сам, ну, то есть настоящий танк Тигр. Немцами, которые его построили. А не тем, кто создал вот этот журнал, потому что здесь по теории написано, как было. Точность стопроцентная воссоздание танка Тигра. Дальше у нас вот так вот. Здесь я немного покрасил, сделал это отличающееся по цвету. Эти оставил оригинальные серые. Здесь практически они схожи. Здесь тоже я не стал это красить. Не вижу смысла это делать. Здесь типа приборки отличаются, тоже есть потертости, такие, но это будет потом докрашиваться. Кое-где тоже есть потертости, но это где-то краска немного залезла, где-то специально было сделано. Все это поэтому пойдет в плюс конструкции, скажем так, состаривание. Так что все было задумано так специально. Ну вот, я это сделал. Склеил. Теперь нам надо это вот поставить сюда. Вот эти два паза. Опа. Пазы наши. Так. Ой, как. Ну, теперь мы. Сейчас мы это все приклеим. Поставим на то место, где оно должно стоять. Должно настоять все вот здесь вот. У нас получается вот такая вот с вами, ребят, конструкция. Как уже, я думаю, догадались, да и тот, кто собирает, уже знает, что это у нас будет впереди стоять. Сзади у нас будет двигатель стоять. Передняя часть, здесь будет рулевая система. Приборная панель с приборами.
так далее и тому подобное. Эти детальки я еще не покрасил, краску еще не купил. Так что, когда куплю, покрашу их, поставлю. Так что, вот так вот. Вот так вот это теперь у нас выглядит. Так что, ребята, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.